Представим, что я показываю вам в кино, в котором сталкиваются два автомобиля. После этого я одной части зала задаю вопрос, с какой скоростью они ехали, когда врезались, а другой части зала я спрашиваю, с какой скоростью они ехали, когда столкнулись. И я вам должен сказать, что разница в ваших ответах составит на 5 миль. Врезавшиеся автомобили едут быстрее столкнувшихся. Вы смотрели одно и то же видео, но в зависимости от того, какую когнитивную рамку я накладываю, вы так и воспринимаете то, что вам кажется, вы видели. То есть мы воспринимаем отношение вещей и язык в этом смысле тоже. Если я спрошу, было ли там разбитое стекло, если я спрашивал про столкнувшиеся автомобили, только 14% скажут, что да, они разбились. Если я спрошу про врезавшиеся, 32%. Правда состоит в том, что никакого битого стекла не было.